шариковое мороженое. Вот смотри, как оно выглядит. Тут первый вкус, пока что баблгам. Давайте же попробуем, потому что это очень странно. Как обычное такое мороженое, то есть такое обычное мороженое, только оно шаривое, то есть как бы разделено на разные такие шарики. Это очень вкусно. А теперь я попробую вот такое вот обычное мороженое, только уже с топпингами. Тут карамель и клубника. Прямо чувствуется карамель и клубника. Это очень вкусно. Настоящий пломбир, это вообще всегда вкусно. Оба мороженые очень вкусные. Следующий слой — это персик и маракуйя. Вот эти желтенькие и оранжевые. Давайте попробуем. А, ребят, это манго и персик. Я вспомнила, это реально очень похоже. Следующий слой у нас идет виноград. Он тут вот виднеется. Как будто виноградный сок какой-то. Это очень вкусно. Суперски. Ребят, решила еще купить вот такое вот обычное мороженое в рожке. Это обычный пломбир. Стоит, кстати, 39 рублей. Вот я уже открыла, смотрите, как она выглядит изнутри. Давайте же попробуем. Выдавим. Она классно называется. Очень классная жвачка с вишней. Всем советую. Ребята, решила попробовать вот такой вот мороженое бомбари кошмарики. Давайте же откроем и попробуем. Реально какой-то жвачка, я не знаю, это клубничный вкус, кстати. Сегодня мы будем пробовать вкусняшки.
чего сперва начнем? Золотые. Это мамбо-фрукт мармеладки. Вот такие. Я золотые. Давайте же откроем. Так. Давайте попробуем. Я возьму банан себе. А я вот так, такой. Вот такой вот банан. А этот лимончик. Угу. Давайте попробуем. Так вкусно. Это прекрасно. Давайте красный. Я еще жую. Вот такие тут красные. Это же. Так вкусно. Так, есть. Вкусно. Что это? Это вкусно. Это охень. Кстати, сегодня мы в гостях у бабушки и пробуем эти конфетки. Давайте откроем вот такие маршмеллоу с начинкой. Я люблю начинку. Так. И погрузки ее. Давай. Так он выглядит. О, вот так вот. Я попробую. Так вкусно. Они такие нежные. На, откуси. Они такие нежные, а внутри там такая начинка. Это очень вкусно. Так. Следующие вот такие вот фрутелла медвежата с фруктовым соком. А потом опять есть. Я здесь... Выбирайте. Я сейчас выберу салатовенький. А я красную. А я желтую тогда. Вот так выглядит это все. Вот такие вот мишки. Они такие вкусные. Мы всем советуем эти вкусные мармеладки, маршмеллоу. Ух ты, банан, все попробуем. Да, вот этот бананчик. Очень вкусно. Ого, новый. Тут есть такой листик. И мандарин. Давай покажем. Все как настоящее вообще. Очень вкуснятина. Очень вкусно. И прощание у нас песенка. Давайте. И тогда наверняка вдруг запрятся облака, и кузнечик запиликает на склинке. С голубого лучика начинается лепка, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого лучика начинается лепка, ну а дружба начинается с улыбки. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите этому видео лайк, и подпишитесь на канал, и всем пока-пока! Всем привет, ребята, с вами Альфина, и сегодня мы будем пробовать новинку от Экстрим, манго и гранат. Давайте же откроем и посмотрим. Вот как оно выглядит, давайте же попробуем и оценим. Ну, в принципе, вкусно. Да, вкусно. Тут прямо ярко чувствуется гранат и манго. Прям вообще классное сочетание. Есть можно.